на канале Клевая Рыбалка. Здравствуйте, уважаемые подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав, и мы находимся в Якутии, в Жиганском районе. Сегодня у меня будет рыбалка на подледные удочки. Объектом рыбалки будет сик, щука, окунь. И если повезет, может быть, даже и ленок попадется. Так, сегодня я приехал с ребятами, с Гаврилом и с Владиславом. Они рыбачат снаружи. Сегодня мы поставили две палатки. Довольно сегодня тепло относительно, но с ветром. Температура воздуха с утра была 32 градуса. Днем будет потепление до 28-27. Вот сейчас только что приехали, поставили печь. Палатки, разожгли печку. В палатке становится тепло. Так как ребята не особо любят рыбачить в палатке, они передвигаются, а я менее мобильный, поэтому буду рыбачить в палатке. Толщина льда заметно увеличилась. Сегодня в передаче буду использовать гаджеты и испытание двух сравнительно недорогих подводных камер у меня в программе. Обзор на видеокамеру можете также посмотреть на канале «Клевая рыбалка». Ребята здесь уже приезжали, рыбачили. Много сигов, щук поймали. Не знаю, будем посмотреть. Так, перед началом рыбалки хочу объявить о том, что у меня идет на канале идет конкурс. Разыгрывается очень много призов с суперприз, даже ювелирное украшение. Так. Сейчас я скажу об этом поподробнее. И покажу. А значит, есть два спонсора. Компания Тонар и Армитек. Армитек выставил два своих фонаря крутых. Компания Тонар выставила вот такой ледобур Торнадо. Ящик Гелиос Фиксбокс, Фикс Фишбокс 10-литровый, вот на котором я сейчас сижу. И получается катушка Норд 62. Вот она. Норд 62. Вот такая катушечка. В прошлый раз я забыл упомянуть о преимуществах этого ледобура. Это то, что он... У него идут вот такие барашки вот, металлические, да? Металлические барашки с измененным шагом винта, хода винта вот этого. Поэтому они теперь не выкручиваются. И вот этот шнек тоже
весь проваленный. И ручки у него, посмотрите, вот из мягкого пластика сделан, изготовлен. Позже я еще расскажу о нем. Что там, ребята уже вовсю рыбачат, я не знаю, чего я тут сижу, глагольствую. Щука. Щука схватила. О, есть. Есть такое дело. Сразу первая же щучка. Оглушили ее. Вот, посмотрите, забросы сразу же, тут же, мгновенно. Чувствую, наш день сегодня будет. Наш день. Вот на такую блесенку взял, купреевскую. Сегодня ребятам сюрприз привез. Маленько блесен подкинул. И этот календарь свой привез. Ну что, щуку выловили. Теперь, думаю, можно и систему наблюдения опустить. Эта система просто необходима мне, потому что вы знаете, что я веду съемки все прекрасно, и для хороших кадров вот этим вот я всем пользуюсь. Создание, так сказать, хороших видео. Щука плавает. Ой, зацепилась. Щуку зацепили. Она зацепилась хвостом. Хвостом зацепилась. Как вытаскивать будем, даже не знаю. Забагрилась хвостом. О, сошла. Хоть сдернулась. За этот маленький крючочек вот хвостом зацепилась. Ну, довольно крупная щука, не маленькая, не мелкая. Так, там по дну сижок плавает.
ставить мормышку. На сишка. Подошел. Даже два. Александра Мазая мушка сработала. Спасибо Александру Мазаю за мушку. Отличная мушка. Подцепила такого сишка. Аккуратненько. Не сорвать с губы. Ага. Аккуратненько. Аккуратненько. Леска тоненькая. Тоненькая лесочка. Так, что такое? Почему? Не идет. Мормышку взяла. Совсем чуть-чуть держится. Посмотрите, вот совсем чуть-чуть за губу держался. Чуть-чуть буквально. Вот такого. Ай да я, ай да я. Еще один сик подошел.
такое дело. Вот, посмотрите. Сейчас я отсоединю крючок. Вот. Вот такая мушечка сработала. Мазаевская. Будем так называть. Дело. Ну, этот чуть поменьше, но все равно приятно. Вот это красавчик. Вау. Сегодня явно наш день. Ну, я не знаю, правда, как там ребята еще. Может, они меня уже давно переплюнули.
супер день сегодня. Просто супер везение. Вау. Тряпка уже вся мокрая. Ходит. Ловит или нет, интересно. Жерлицу поставим. Ой. Попробуем его на жерлицу поставить. Еще один идет. Такой же. Но у меня только одна жерлица, поэтому там целая стайка проплывает. Надо не упустить шанс. Не упустить шанс. Быстрее опускай. Опускайся быстрее. О, у тебя все запуталось же из-за этого. Пытаться. Не могут взять. Пойду сейчас просверлюсь и на жерлицу посадим, пока не окочурился. Так, пойду все-таки поставлю, наверное, жерлицу. Сходил, установил жерлицу. Думал, ее здесь на фоне видно будет. Лукаться не видно. Чемпион, да. Чемпион. Эй, это подойдет, что ли? Давай его тут покатит. Да? О, это куда? Ну тут что? Да, это куда? Я не могу тут. Я имею в виду. Это куда? А? Куда? Да, это тут. Того тут ты меня не могу тут. О, волна и пить-то. А не, это того тут. Yeah.
Саныч приходил, тоже говорит, 9 штук поймал. Как ты говоришь, но щуку он ни одну не поймал. А у нас щука попалась. Ага, идут. Включаем запись. Эх, сошел, а. Как так-то? Опять затупил. Yeah.